мне кажется, любые искусственные требования, особенно политического характера, которые предъявляются к нашим спортсменам, к другим спортсменам, в качестве условий для их участия в мировых спортивных мероприятиях, которые делаются по линии Международного олимпийского комитета, тем более в рамках какой-то такой ультимативной, что ли, повестки, они ущербны и неприемлемы. Хотела бы еще раз подчеркнуть, что все попытки выдавить нашу страну из международного спорта, а они очевидны, то есть просто находятся разные предлоги, обречены на провал. Это должны понимать и те, кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики.